Ну что, мои телепузики, мои сахарные заводы, Калуга, бандиты, хейтеры, мои любимые, пожрем на камеру. Начинаем. Это борщ, майонез. Так, это борщ. И там еще много его. Это борщ, соль, 3 сосиски, которые по акции сейчас взяла. 1 йогурт съем, компот сварила, огурцы и 3 чеснока зубчика. Ну, с маслом. И десерт. Как его называется? Вот это вот. Виноград черный и 5 персиков. Лысых. Ну что, приступим. Я так устала, ребят. Я такая расстроенная. Зато Кондрово поеду. Потом объясню, что... Нет, все сделала, теперь ждать. Просто... Другое, надо вызывать электрика. Девки, вкуснятина. Они щи, чем больше стоят. Отпад. Угу. Вообще вкуснятина. Угу. Вообще вкусно. Вкусно. Сосиски с этим. С йогуртом. Зато Кондрово, потом Калугу. Это где я сегодня была в товарку, они будут, сказали, не завтра, не на этой неделе. Будет с городского звонить, кто-то ко мне приедет, там что-то там будут делать, еще свою пломбу, я не знаю. Угу. Сказали, трубку возьмите, с городского будут звонить. Эфир потом скажу. Ребят, компот вообще. Компот. Компот отпад. А где чеснок-то? Мой любимый. Отпад.
Хоть рыжки мои любимые, со мной кушайте. Виноград. О. Потом в эфире скажу. Одна женщина меня смотрит здесь, сейчас подходи, ну, стояли, разговаривали. Я тебе лайки ставлю всегда, ты молодец. Заебись. Я так устала. Когда я найду себе «Газпрома» с машиной? Зато «Кондорова» поеду. Отпад. Телепузики, хейтеры мои любимые, Калуга-бандиты. Жилетовски ставим пальчики мне, лайки, лайки. Подписывайтесь ко мне на канал, там написано подписаться, и колокольчик включите, и лайки, жилетовски, пожалуйста. Я знаю, кто меня смотрит, спасибо. Я придумаю, с Настей у меня канал есть, менеджер Настя, менеджер моего канала Настя Еленко. И я какой-нибудь конкурс разыграю. Угу. Отпад. Что-то масло много налила в салат. Сейчас я вам сделаю еще обзор холодильника. Давно не делала. Угу. Угу. Устала вообще. Устала. Зато контролить долго буду. Телепузики, я такая сексуальная. Вообще отпад.
Голодная не могу. Я, наверное, маму-то съела бы. А вот и потом у меня там картошка, у меня все есть. Сейчас. Настя мне в WhatsApp пишет, моя менеджер канала. Хорошая такая девушка, двое детей. Помогает вообще. Это вообще помогает. Игулька. Все. Все помогают мне. Если бы не мои, не «Газпром», и «Нефтгаз», и «Уголь», я бы у церкви сидела, наверное, песню пела бы. Угу. Ой, я объелась. Ой, что это такое? Обзор холодильника надо сделать, давно не делала. Теперь надо поесть это. Сейчас Настя мне там научит, как мне с телефона через код платить. Так люблю эти лысые персики. А там лохматые, мне аллергия от них. Это если я съем всю караул, я вся обчешусь. Угу. Весной тоже у меня нос чешется. Весной караул. И это... Осенью тоже. А вот это персики, вот лохматые, которые лохматые, это лысые. Это ничего, лохматый караул, все. Неделю чесаться будет нож. Двадцать седьмого идти на ногти, это когда? А сегодня какое? Ой, в пятницу. В пятницу придется мне не ехать в Калугу. Правильно. Придется мне это юристу звонить, чтоб на понедельник. Как я устала, не могу. Решаю все проблемы сама. Был бы у меня любовник «Газпром» или «Нефтгаз», или этот, так его, «Уголь». Все проблемы мои решил бы сам, правда? Ну, а что? Все проблемы. Короче, все, уже не могу, объелась. Я не знаю, как все едят на камеру мукбанг. Они все должны съесть. Но я не могу, у меня желудок. Никак у бегемота. Я не могу, я уже все объелась, обожралась я.
Сейчас я полежу и потом выйду в эфир. Не могу, устала. Ладно, давайте телепузики. Поставим, пожалуйста, мои зайки, мои телепузики. Кавуга, бандиты. Эти хейтеры мои любимые, жилетовские. Я сегодня узнала, кто меня смотрит, лайки ставит. Ей презентик надо дать какой-нибудь. Ой, блядь. Поставьте, вам не трудно лайки, а мне очень приятно будет. Лайки, лайки. Чтоб продвижение моего канала, иди за тоже продвижение. Но все равно и подписка, и колокольчик. Просмотры мои, конечно, вы свои просмотрите. Хорошо, что вы меня просматриваете. Вы прекрасно знаете. Просмотры – это деньги мои, это деньги. Мне... Конечно, очень хорошо нравится, когда зеленый доллар дают. А кому блогеру не нравится? И за просмотры. Зайки, ладно, давайте. Я так устала мандеть, вот честно. Я устала, не могу. Где мой «Газпром»? Где мой «Нефтьгаз»? Где уголь мой? Чтоб проблемы мои решил. Ой, ладно, давайте, все. Ой, гляньте. Хлеб больше не покупаю.